пользователи и подписчики. Сегодня я хочу вас познакомить с мощной угловой шлифовальной машиной Makita. Мощность 2000 Вт, модель 9069, число оборотов 6600. Чем хороша эта модель, с моей точки зрения? Ну, первое, хочу отметить, у нее есть плавный пуск и предохранитель несанкционированного пуска. То есть, чтобы включить машину, нужно пальцем надавить вот на этот рычажок, и потом только включится основная клавиша. Если этого не сделать, клавиша не нажмется, это очень хорошо. Диск у нее отрезной 230 ставится. Еще в плюсе три положения рукоятки, слева, справа и по центру. Центральная установка хороша тем, что когда мы сюда устанавливаем щетку зачистную, когда ржавчину нужно содрать с металла, ручку ставим в это положение, и машина под своим весом ходит по металлу, очень удобно, легко и хорошо работать. Ну, кто не знает, вот в этих гнездах находятся щетки угольные, менять их легко, отверточкой поворачиваем, пробочку вынимаем, и можно заменить щетки. Кожух также легко ослабить отверткой, и он может вращаться влево-вправо для установки, кому как удобно. Фиксатор, с помощью которого мы блокируем вал в момент установки и снятия диска. Вот сейчас я пальцем нажал на фиксатор, откручиваю гайку, беру диск. На диске есть маркировка 230. И наш кожух тоже рассчитан на 230 диск. Этот диск уже немножко изношен, я им уже работал. С помощью ключика затягиваем гаечку, но не сильно, чтобы не было проблем потом с откручиванием. Отпускаем кнопку фиксатора, все хорошо. Диски, надо сказать, есть по стали, есть по камню. То есть разнообразие дисков большое, об этом сегодня не будем говорить. Сегодня этим диском попробуем просто отрезать кусочек уголка, чтобы показать действие машины. Ключ для удобства хорошо вот так к шнуру закрепить изолентой, он всегда под рукой, никогда не потеряется. Включаем сеть. И вот сейчас будет плавный пуск. Не резкий толчок, как обычно бывает, а с небольшой задержкой. Это хорошо. Машина не испытывает перегрузки во время пуска. Из рук ее не дергает никуда ни влево, ни вправо. То есть работать очень удобно и безопасно. Запускаем машину и попробуем. Машину держим в руках до полной остановки диска, чтобы она с верстака не убежала никуда. Что еще хочу сказать. Можно установить кожух так, что искра идет либо от вас, либо перевернуть и работать так, чтобы искра шла в вашу сторону. Я привык работать так, чтобы искра шла от меня. Хоть некоторые уверяют, что это не совсем правильно и безопасно. Но если правильно держать машину и быть готовым к захвату диска, то ничего страшного не произойдет. Зато есть большой плюс, хорошо видно, где идет диск. А когда сноп искры идет вам в лицо и в живот, то ничего не видно, куда вы режете. Поэтому уж извините, я так привык и так работаю. Еще раз хочу похвалить машину. Машина очень удачная, хорошая. Если у кого есть нужда такую приобрести, вы не пожалеете. На этом мы заканчиваем видео. До свидания.